Даже такой сильный спортсмен, как я, должен вздремнуть. Так что мы сделаем быстрый 15-минутный перерыв. И никому лучше не покидать эту комнату, пока я сплю. Ага, сейчас. Одну минуту спустя. Уснул, зараза! Все, ребята, мы можем сбегать! Пошел вон! Мы можем сбегать! Да, какой сбегать? Я танцую! Воп, 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 воп! Я никуда не побегу! Йонь, я тоже пошел, не хочу сбегать, потому что... Давай, да, давай! Что за звук? Сейчас я тебя сейчас... Бля! Кто меня достал? Я его хочу выкинуть! Ну только что ты это сделал, поздравляю! Ребята, что делать будем? Пока наш учитель уснул, мы можем собрать вот этот золотой свисток. Говорят, он очень много стоит. 1 из 10. Владос, чтобы найти следующий, нам нужно сбежать, побежали, Степа! Я с вами, ребята! Блин, да вы заразы такие, ну что вы наделали? Ну нет. Что ты делаешь? У тебя большие проблемы из-за пропуска занятий. Бегом, Степа! Бегом! Блин, меня подождите, Степа там еще и упал. Это что было? Бежим, бежим, кар, кар, кар. О, господи, почему он все время каркает? Он же сова, а не ворона. Поставь лайк, если ты это хоть раз замечал. Теперь валим отсюда поскорее, ребят. Ну что вы наделали? Я вам говорил, что сбегать нельзя. Почему здесь такое минное поле большое? Это что было? Меня подожди. Ой, это что было? Лень, ну ты наступил на какашки, кажется. Ну-ка. Ну да! Блин! Владус! Да чё я-то, Лёнь, ты ж сам на них наступаешь! Да что? Что с вами не так? А, ладно, надо, давайте просто бежать и все, потому что с ними, мне кажется, проходить это будет просто невероятно сложно. О, что такое лежит? Да Владус, подожди! Я больше не буду на них наступать! Ага, не будет. Вот, вот увидите, первая же какашка, которая ему встретится на пути, это 100% будет Лёнина миссия на нее встать. Да блин, через эти мины пройти просто нереально! Зачем мы выбрали безумный уровень зло... Да. Все. У него нет шансов. Я думаю, что он будет проходить. Это будет просто бесконечно. А ты пока что... Поставь лайк. А, так может это ловушка, и мы могли просто пройти другим путем. Например, как раз заберем свисток и... Да. И пойдем нафиг. Блин, Владос! Лень, да чё я-то? Ты отстань от меня уже, пожалуйста, я вообще не при делах. Аккуратно, мы проходим через этот путь, через который я нашел, потому что по-другому здесь, видимо, вообще никак не пройти. Давайте, сюда! Да я знаю, что сюда, давай, выламывай эту решетку быстрее и валим отсюда. Только без Лени. Но мы его что, оставим там? Ну да, а чё он тупит? Подождите, иначе я вас всех сейчас столкну нафиг! Погоди, тут есть золотой свисток. А как до него, собственно, добраться? Там есть какой-то другой проход. Ладно, мы постараемся это сделать, только... Подождите, нет, я должен вернуться назад. Кажется, я все понял. Я все понял. Дай-ка мне вернуться назад. Сейчас, секундочку. Тут где-то должен быть второй ход, да? Они нас обманывают, что нам нужно в этом. Заразы. Ладно, вы у меня еще поплатитесь. Давай спускаемся вниз. Для начала выломаем эту решетку. Быстро спустимся и... О, господи, это что там такое? Вы от меня... Не спрятайтесь! Ни за что! Ага. Ой, что за батут? Ё-моё, я не ожидал сейчас! Ладно, 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 не страшно, не страшно. Главное не натыкаться на мины. Почему их так много? Мы выбрали самый-самый безумный... Я думал, что все, нам хана. Самый безумный уровень сложности, я хотел сказать. И знаешь-ка что? Это реально безумство. Очень сложно на нем проходить. Лёнь. А, я вам обещал всех растолкать. Стёпа, иди сюда. Нет, 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 нет. Лёнь, 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 Лёнь. Сколько там муравьев? Пошел вон. Один. Сейчас будет два. Да вы заразы такие, вы что делаете так? Стоп, а почему именно по этой линии вы решили пройти? А потому что она правильно. Правильная? Что значит? Все, все, я понял, у нас игра в кальмара, я понял, я понял. Все хорошо, тогда я иду по этой линии, я тогда больше ничего не спрашиваю, все, все нормально. А где Леня? Я здесь! Неужели он прошел впервые меня? Не может такого быть. Поставь лайк, если Леня реально задница шоколадная. Так, спокойно. Не вздумай меня... Если ты ставишь лайк, я покупаю что-нибудь из этого. И мы жестко, прям жестко троллим Леню. А теперь мне нужен прыжок. Аккуратно мы здесь пройдем через мины, потому что это зараза... Прям жестко. Да, это жестко. Прям жесточайший и некуда, Лень. Вот реально тебе хана...
перемотайте на одну секунду назад. Это он меня сейчас столкнул, да? Мне же не показалось, да? Ладно, 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 забираемся, забираемся. О, знаете, тут есть очень интересный магазин, где прям куча всего. Даже есть джетпак, крюк, еще лазерная пушка. Просто, просто один лайк поставьте. Просто один лайк, и все, и летчику реально хана. Нам нужно собрать здесь золотой свисток. А, я понял. Леня, не вздумай меня сталкивать. Мы же это... Ну, чит скоро уже купим, правильно ведь, ребята? Сейчас, 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 смотрите. Это та самая вентиляция как раз-таки, где и находился золотой свисток. Вот он! А в эту яму мы свалились. Все, хорошо, нас не обманули. Ну, почти. Меня все-таки чуть-чуть... У меня нет слов. У меня просто нет слов. Пойдемте, нам нужно все равно в другой проход. А че ты? Че ты? Ну-ка, давай, иди сюда! Лень, ну зачем? Ну зачем? Ну не надо! Ну, я сам могу дойти, пожалуйста! Господи, у меня еще про... Я не специально. Ты меня что, положил на мину? А, я хочу свалить! 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 Далеко не уйдешь, зараза. Я захожу в магазин. Что же купить, а? Ты ничего не купишь, лошара! Ты уверен в этом, Лень, да? Па-ки! Угу. Слушай, есть обалденный молоток, призрачный режим, катана, снайперская винтовка. Вот снайперская винтовка мне в прошлый раз понравилась. Но в этот раз я куплю обалденный молоток за 100 робуксов. Спасибо тебе, мой дорогой подписчик, за лайк. Я трачу 100 робуксов только потому, что ты мне помог это сделать. Этой заднице шоколадной просто хана сейчас. Ведь у меня есть вот это. Чувствую себя Тором. Ладно, пойдем наверх, только молоток мы сейчас не показываем. Делаем все очень тихо и аккуратно. Ну что, ты идешь? Нет, пойдем. Да-да-да, да, я протестирую. Отлично, работает просто на ура. Просто офигительно работает этот мой молоточек. В прошлый раз Леня меня провел через эту решетку, но сейчас мне ее придется сломать, чтобы пройти самому. Обалдеть, вы что сюда просто мин положили? Ё-моё, я думал, что безумный режим хоть чем-то будет отличаться от остальных. Лень. Смотри, я сейчас Степу выкину. Что было? А меня кто выкинул? Кто? Вот он! Чего это было только что? То есть это зараза, там учитель физкультуры бросается мечами? К сожалению, да... Так, ладно, я понял, это было капец как неожиданно, блин, ну, выглядит это, конечно, очень-очень смешно. Давай-ка мы попробуем увернуться от этих мечей, потому что это нам сейчас вообще не... Отстань ты, зараза, ты что, реально ими бросаешься? Ну да, а чё? Ты... Куда ты меня выкинул? Ладно. Он меня даже дальше, чем мой чекпоинт выкинул, понимаешь, насколько все плохо? Смотри, Владус, мы за... Ты аккуратно, зараза, я зато свисток золотой нашел. Пока что мы их собрали все. Он реально бросается от меня, раздражает. Быстро-быстро решетку открываем и сваливаем. Ну, здесь-то ты в меня не кинешь, меч. Понял, понял. Вот сейчас у меня все, больше нету вообще никаких сомнений по поводу него. Туда нам надо, туда. А я говорю туда, пошли, Степа, сюда, сюда, видишь, стрелки сюда показывают. Пойдем, 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 пойдем быстрее. Это что было? Не-не-не, ничего, ты главное молчи. Смотри, сюда идти нельзя, тут шипы. Шипы кто? Шипы? Да, Степа, шипы. Лень. Чё? Тут правильный проход, давай беги. Ну я же пошутил, почему он мне так быстро поверил? Ладно, давайте лайк сейчас поставьте. Ладус, ой, Лень, прости. Ладус, пойдем-ка. Чё, ты чё делаешь? Зараза, я ему сейчас покажу. Чё, Лень, смешно было, да? У тебя все равно нет чита никакого. Да, нету. Валим отсюда и поскорее. Это что было? Эй, отпусти меня! Нет, нет! Лень, хватит, может, его скидывать в лаву, а? Пойдем. Леня до сих пор не знает, что у меня есть чит. Реально, он даже не догадывает, что это было. Ладно, ты лошара, что, чит не купил, да? Абсолютно нет. На нафиг. Чё? Ну блин! А ты чё думал, Лёня, зараза? Ты чё меня вырубаешь? Я сейчас вас вдвоем буду бить молоточком. Теперь этот молоточек работает на всех, на кого нужно. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Здесь нужно спрыгнуть и прям на бомбу. Класс! Как это проходить? Вообще, я не понимаю, зачем мы выбрали это безумие. Так, сейчас спокойно, давай аккуратно. А, нам нужно спрыгнуть в другое место, да? А, нет. А, ну все, меня все начинают бесить. Извините, конечно, что кому-то перепадает молоточком. Ну да. Ты это видел? Ювелирная работа, ювелирная. Теперь аккуратно, на зеленую стрелочку и... Не иди сюда со своим молоточком. Не иди сюда с молоточком. На нафиг, зараза. Тут хотя бы есть чекпоинт. Отпусти.
Ну не так же отпустить, Лёнь, ну ты... Ну, меня реально подбешивает, просто подбешивает, просто слегка, просто, просто маленько. Давайте в комментариях напишите, кого бесит Лёня тоже. И вот сколько будет комментариев, столько раз я молоточком ему и ударю. Ни одного не будет! Хрен тебе, а не секрет, где моя хот-дог-шляпа? Да! Кар! Кар, значит, на тебе кар 1, кар 2 и поехали, давай. Ты чё, куда пошел-то, а? У меня аж молоточек, так скажем, вечный. Вот реально, я готов ему напинать сколько угодно. Пишите комментарии, главное побольше. Нет! Мама, я извиняюсь! Да не извиняйся ты! Почему? Да пока что рано! Лень, ну зачем ты его грохнул? Ну ты зараза шоколадная! Давай скорее, плита, иди. Я надеюсь, он мячами баскетбольными не бросается больше... Пойдем, я покажу вам, как проходить. Он что, по воздуху прыгает или мне показалось, а? Я думаю, надо перемотать, пересмотреть этот ролик. Степа сделал только что то же самое. Что происходит? Что происходит? Как здесь прыгать? Как прыгать? Как? Я бы сказал, как что? Но не буду ничего говорить. Просто я пройду вот здесь. Лазеры аккуратно, ничего не задену, ни за что не запнусь. Фух, как меня уже немножко это бесит, потому что обалдеть как сложно. Нам нужно нажать на кнопку. Жмем, и теперь быстрее ворота открылись. Ну да, сейчас он за мной побежит. А может быть, я его попробую ударить мало... Что ты делаешь в коридоре? Лучше беги. О, нет, 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 ну пожалуйста. Давай, молоточек, работай! Сейчас, секунду. Блин. Одну минуту спустя. Кажись, молоточком здесь не получится обойтись, поэтому давай-ка мы свалим. Еще и под такую музыку. А интересно, он сам на вот этих какунделях сможет подскользнуться или нет? А, ему вообще на все пофиг! Нет, 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 нет. Лучше, наверное, тогда просто бежать. Я здесь ни при чем, я тебя, чувак, не злил. А здесь он тоже побежит. А куда ты делся? О, погоди-ка, мне нужно к нему слегка вернуться, потому что здесь есть свисток, он же меня здесь не поймает, да? А если я тебя молоточком ударю, ты зараза? Ну-ка, отошел от меня, отошел, я тебе сказал, отошел! Ладно, как бы тебе перепрыгнуть-то. Хорошо, пойдем вот этим путем, я надеюсь, получится. Давай, давай, Леня, отвлеки его, пожалуйста, там как-нибудь. Ага, все хорошо. Слушай, ну, вроде безумный уровень, а босс меня все равно поймать не может. То ли это скилл, то ли босс лошара. Чё, долго ещё? Да недолго, недолго. Если базарить много будешь, получишь молоточком. О, ты здесь? А ты зараза такая, ты чё, ты и тут, и там стоишь, и тут, и там. Ладно, 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 все, я молчу. Нам нужно высмотреть, где здесь есть золотой свисток. Он 100% где-то спрятан, нужно просто его найти. Если мы соберем все, обязательно в конце будет ждать нас какой-то приз. А какой, пока что не ясно. Но нужно постараться собрать все. Давай, 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 решетка, открывайся. А где Леня? Я здесь, как здесь. Пошли. Ну, Лень, ну пожалуйста, ну... Как с ним проходить? Стоп, что? Я выпал за карту, Лень! Как мне теперь вернуться? Господи, придурочный, как мне теперь назад вернуться? Я теперь... Ё-моё. Самое интересное, что если я упаду в самый-самый низ, смотри, что будет. Это просто офигеть, не, ну за такое надо точно лайк. Опа. Кажется, я нашел концовку игры, но здесь она разборчата, и здесь есть огромный красный свисток. Что? А я могу его подобрать? Вау, выглядит классно. Тут есть мина, тут есть еще что-то типа чекпоинта. Тут есть даже спортзал, качалка, но оно все не работает. Это все предметы, которые расставляются вот на ту карту. Нет, но за этот надо точно лайк поставить. Это там кто? Стоп, 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 стоп. Это что? Голова физрука? Ап! А сопля у него зачем? Может быть, меня спасут вот эти двери? Может быть, я смогу выбраться? Нет, 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 вот Леня, дебил шоколадный. Как? Смотри, если я теперь сделаю ресет персонажа, то я все равно появлюсь здесь. Это за картой. Господи, что мне теперь делать-то, а? Лень! Он должен меня как-то достать отсюда. 5 минут спустя. Все? Вытащил? Реально, он меня вытащил. Лень, так, а теперь отпусти меня, зараза. Господи, а ну что ты делаешь? Без меня ничего не можешь, да? Лень, если бы не ты, я туда вообще бы не попал за эту карту. Я там столько секретов увидел. Нет, 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 не вздумай, не вздумай, не вздумай. Лень, нормально меня неси. И не скидывай меня никуда больше, ладно? Лежи здесь. Зараза такая. Да отпусти ты. Как он меня бесит. Как? Ну я хотя бы теперь спавнюсь нормально. Степа, ты чё? Нам чё, нужно туда прыгать? А, господи, это чё за... Тихо, стоп. Стоп, стоп, стоп. Почему вы так быстро пролетели? Даже не было никакого замедления. Алёня прошел? Конечно. Остался Степа. Кар! Я здесь! Погнали нет, за мной! Нет, нет, нет! Ой, господи,
Лёня всех таскает куда ни попадя. Лёнь, ну пожалуйста, ну чё ты, зачем ты его бросил здесь? Кто его тащит, то бросает потом куда попало. Так, аккуратно, нам нужно перепрыгнуть все бейсбольные биты. Я только что собрал свисток, я его еле заметил на последней секунде. Если ты этого не видел, то перемотай обязательно. Так, спокойно, мимо шариков мы должны пройти. Самое главное здесь терпение, дожидаться, пока эти шарики пролетят. Лёнь, аккуратно, только я тебя прошу, а то помрёшь сейчас на самом последнем. О, повезло, Лёня даже ни разу не помер. Как так вообще? О, нет, это что было? Ладос, я не хочу туда идти. Ну идешь же. Уйду, а что делать? Прячься. О, нет. Успею в последнюю секунду. А где Лёня? Ладно, это не важно, мне нужно бежать в следующую нычку. Как так, его что, сшибло что ли? Аккуратно, этот шарик катается прямо вовремя, когда мы подбегаем как раз к этому кармашку. Давай быстро здесь заныкаемся, дождемся следующего шара. Вали отсюда, пожалуйста. Ага, хорошо. Теперь сваливаем, бегом. Давай, пока этот новый шар не покатился. Владус. Знакомься. Это чё? Это... Кеша! Да зачем ты меня ударил-то, зараза? Вот здесь реально начинается какой-то трындец. Как так? Как это вообще проходить? Ладно, они крутятся со скоростью смеха. Ну ничего, нам главное с ними синхронизироваться, перепрыгнуть лазеры. Что здесь происходит вообще? Как мы это должны проходить? Может быть, мы просто заплатим 25 робуксов и пройдем этот уровень за деньги? За деньги, да. Так, аккуратно, спокойно. Сейчас еще... Ладно, еще одна попытка. Ладно, еще одна. 5 минут спустя. Значит так, смотри, осталось совсем чуть-чуть до того, как я доберусь до этого золотого дурацкого свистка. Блин, мы уже попробовали, наверное, здесь 1 000 000 000 попыток, не меньше. Еще 5 минут спустя. Так, ребята, я нашел тактику, теперь быстро свисток забирай. Ну почти. Давай, стоим. Опа! Фух! Теперь можно со спокойной душой покупать скип уровня. Да, это стоит 25 робуксов, но... Возьмите мои, пожалуйста, робуксы и отстаньте от меня с этим дебильным уровнем. Валим! Малыш, ты правда думаешь, что ты сможешь пройти мимо меня? Уже больше 10 лет. Я тренируюсь без сна. Я был полон решимости быть самым крутым. Но тренируйте свою выносливость. Стань самым красивым и сильнейшим, чтобы стать самым могущественным учителем физкультуры в мире! Ё-моё, ты чё? Ни один ребенок не пропустит занятия под моим присмотром. Спокойно, дядя, спокойно. Ты чё? Нет, только не твои баскетбольные дурацкие мячи, они меня и так достали уже. Владов! Ты чё, дурак? Ты чё там прыгаешь? Так, ладно, спокойно. Сейчас мы тебя замочим, зараза такая. Нужно просто пострелять из ракетницы футбольными мячами. Я ненавижу футбол. Баскетбол моя жизнь. Ты, зараза, ты чё сделал? Он тебя убил, ура! Ты чему радуешься? Я тебя сейчас застрелю же, зараза. Лови подачу. Нет, спокойно. У меня что, ракетница с молотком вместе? Ладно. Может быть, она мне дала бы какое-нибудь усиление хотя бы. Давай, физрук, пожалуйста, все, уже отвали от меня. Ты получишь по заслугам. Да нет, ну пожалуйста, блин, тут еще и минное поле на этом футбольном. Спокойно. Главное уворачиваться от его дурацких ударов. Фух, тебе нужно подписаться на канал, вот здесь кнопка подписаться. Что за звуки? Алло, все закончилось, я победил, я... Вот здесь кнопка подписаться и посмотри другие видео. Вот они прям здесь, нажимай. Я пошел, немножко выпью успокоительного.